Привет, друзья, привет! У меня пришла новая колода, и с замиранием сердца. Я ее еще не открывала, только сняла пленку. Автор-художник Елизавета Сала, автор самой колоды Анна Агинский. Мы с ней дружим ВКонтакте. И называется она «Нити судьбы», вот в такой подарочной коробочке, что там. Мы сейчас посмотрим. Она для большого расклада. Задумана эта колода, авторская. Так, очень плотный у нас картон. Тут, значит, смотрите, классно, классно. Тут вот очень хорошо для начинающих полотно для с домами, да. Когда делают, вот кто у меня заказывал большой расклад, те знают, что я объясняю. Первый дом – дом движения, информации, контактов, общения. Второй дом – дом удачи, шансов маленьких. Это дом клевера. Дом маленьких денег и так далее. И вот с подробным описанием. Это вот полотно, оно бумажное, ну плотная такая глянцевая бумага для большого расклада. Здесь вариант большого расклада просматривается по 8 карт в ряд, 4 ряда и один дополнительный заключительный. Я же делаю несколько иначе, я раскладываю по 9 карт в 4 ряда, мне так удобнее читать информацию. Ну вот. Каждый предсказатель по-своему. Далее идет, значит, здесь у нас очень большая инструкция, подробная, качественная, прям целая книга с описанием, опять-таки с описанием полотна, раскладов для того, кто начинает, кто будет подсматривать, кто будет подглядывать. Оракул Ленорман – одна из самых популярных гадательных систем наряду с Таро. Ее преимущество – небольшое число карт, их всего 36, простые понятные образы, символы, а также большой расклад Ленорман, который очень красноречив. И тут на дне колоды, на дне коробочки совсем-совсем малюсенькая. Не ожидала я, конечно, не ожидала, что совсем малюсенькая будет колода для такой большой коробки. Я думала, карты будут больше. Тут же вот как бы не очень я люблю маленькие карты. Вот. Но для большого расклада, если честно, для большого расклада вообще всегда используются маленькие карты. Так удобнее просто. Ну, представляете, всю колоду выложить на стол, да? Это ж нужно уместиться большими картами. Ну и давайте мы их с вами смотреть. Карты расположены тут у нас по порядку. Первая карта – всадник. Такой вот стиль. Будем вкладывать обратно. Вторая карта – клевер. Это вот как раз дом удачи и маленьких денег. Карта – корабль. Все выдержаны в едином стиле. Карта дом. Здесь прям такая вот богатый дом. Даже многоэтажка, я бы сказала. Карта девы с очертаниями. Такой какой-то. Мне лично видится здесь с очертаниями женской фигуры. Карта тучи. Да, но все-таки просматривается солнце. Интересная карта змея, да. Может быть, так, ну, татуировку на какую-то похожа, да. Карта гроб. А вот мне видится здесь больше меч в коробке, нежели гроб. Ну вот, карта гроб, она так называется. Они подписаны, кстати, по-русски, потому что автор наш российский. Карта букет. Вот так вот она выглядит. Карта коса. Здесь так интересно оформлена коса. Угу. Рубашку мы с вами уже посмотрели. Метла и плеть. Ну, совершенно необычный. Совершенно необычный. Больше на расческу похожий на искусственный хвостик для волос. Ну, мне почему-то кажется. Так, карта птицы, которую я часто трактую как любовный треугольник. Карта совы здесь тоже присутствует. Не во всех колодах присутствует карта совы. А здесь карта совы. И как многие знают, кому я гадала, либо кто глядел мои общие расклады, карта совы – это карта неправильной пары. Карта, если вопрос эзотерики, то связи с потусторонним миром. Карта ребенок. Вот такая. Лиса. Не сразу ее тут разглядишь. Много мягких линий. Ну, вот такая вот лиса. Вот такой вот медведь. Карта звезда. Очень похожа на рубашку. Карта аист. Вообще в колоде Ленорман карта называется
Аисты под номером 17. Но тут почему-то один аист. Ладно, пусть будет так. Карта собаки. Уипет. Порода уипет. Плакса. Английская порода. А карта башня. Шикарная. Так, карта сад. Карта гора. Общее очертание. Да, тут гор. Карта развилка. Да, пойдешь направо, жизнь потеряешь, пойдешь налево, коня. Карта крысы. Мышь на ходулях ходит, прикольно. Карта сердца. Ну, тут, видимо, автор совместил натуральный орган с какими-то с рогом изобилия. Так, карта кольцо, кстати, прикольная карта. Карта книга. Книга здесь закрытая, но имеется закладка. Это несет свой тайный смысл. Карта письмо. Карта мужчина. Карта женщина. Лилии вот таким вот образом просматривается. Солнце. Луна. Карта ключа принятия решений. Карта рыбы. Карта стабильности или работы, якорь. И заключительная карта крест, которая, смотрите, и четыре стихии под себя, в себя вбирает, да, и солнце, воздух, вода, земля, да. Но еще и карта это символизирует судьбу, судьбу, карму и так далее. Ну, вот такая вот колода. Ну, знаете, если честно, я несколько разочарована. Я ожидала чего-то большего, ожидала больше каких-то понятных вариантов в рисунках. Вот. Но, тем не менее, будем работать и с этой колодой. Вот она куплена мной на Валберес по скидке. Хорошо упакована. Пусть будет, когда-нибудь она попросится у меня в руки, и я обязательно ее возьму и сделаю расклад. Каждая колода у меня вылеживается после покупки, потому что не сразу я ее беру в работу. Нет посыла сразу. Вот сейчас у меня нет посыла к этой карте. Прям вот не зовет, вернее, к этой колоде не зовет она меня пока. Поэтому ей придется полежать. Вот когда она меня позовет, тогда мы с ней и будем работать. Пока-пока, подписывайтесь на мой канал, заказывайте личные расклады. Редактор